Одна из причин, по которой Дубай посещает большинство туристов из разных стран мира, это шопинг. Торговые фестивали здесь проходят и зимой, и летом. Эмираты – зона беспошлинной торговли, поэтому и цены на многие товары здесь гораздо ниже, чем в других странах. Именно по этой причине Дубай называют раем для покупателей. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм», и я, Виктория Гармашова, предлагаю вместе со мной отправиться в Объединенные Арабские Эмираты на шопинг-фестиваль в Дубай. Группа дубайских торговых центров – официальный орган, представляющий торговые площади Дубая. 10 недель летнего фестиваля являются хорошей возможностью интересно провести время для посетителей из стран региона Аравийского залива и других стран, познакомиться и насладиться очарованием Дубая. Именно здесь находятся буквально все мировые известные торговые марки – одежды, обуви, косметики, всего не перечислишь. А самое главное – цены на товары вполне реальные, потому как Эмираты являются беспошлинной зоной торговли, поэтому и привлекательны для бизнесменов и любителей шопинга. Правительственные структуры играют важную роль в организации в течение этих летних месяцев многочисленных недельных мероприятий. Каждая неделя сюрпризов проводится под различными лозунгами в соответствии с основным лозунгом «Больше веселья для маленьких». Все мероприятия планируются с целью привлечь детей и помочь им развить свои таланты и способности, в то время как взрослые увлеченно занимаются покупками. Неделя «Сладкие сюрпризы» – одна из самых зрелищных и привлекательных, самая сладкая из всех. Необыкновенной красоты кулинарные произведения искусств выставлены на суд зрителей. Выпечка из теста поражает своей красотой, создается впечатление, что эти шедевры сделаны из других материалов. Кулинары из разных стран мира принимают участие в конкурсе «Самый оригинальный и вкусный торт». Строгое жюри оценивает работу профессионалов. Неделя сладких сюрпризов дает возможность детям и взрослым понять о необходимости сладости для здоровья, об умении сдерживать пристрастие к сладкому и не волноваться о потребляемых калориях. Шопинг в Дубае является одним из основных времяпровождений любителей городского отдыха в Эмирате. К услугам гостей около 50 современных торгово-развлекательных центров с изобилием дизайнерских магазинов. В каждом торговом центре имеется карта, по которой легко можно найти необходимый отдел. А для русских туристов, которые ценят Дубай за многочисленные магазины, имеются путеводители на русском языке. Разнообразная одежда любых размеров для больших и маленьких, мировые бренды всех торговых марок мира радуют своим изобилием самых искушенных покупателей. Центр Мерката – участник дубайского фестиваля «Летние сюрпризы» создан в итальянском стиле. «Меркато» в переводе с итальянского означает «город купцов». Здесь каждый может найти необходимые товары, занятия по душе и провести хорошо время. В центре Баржуман и не только можно приобрести национальные сувениры, которые привозят туристы из Дубая. Это емкости с песком из Аравийской пустыни. Искусный мастер – на месте изготовит по вашей просьбе любой рисунок. Ковры с национальным орнаментом представлены в изобилии любых цветов и размеров. Многочисленные сладости в красочных упаковках станут хорошим подарком для детей и своих близких. Кстати, преступления в Дубае, такие как воровство, грабеж, оскорбление действием и словом, пьянство и приставание к дамам в чадре, отнесены к преступлениям, представляющим угрозу национальной безопасности государства. И судить за них иностранцев без всяких поблажек будут суды шариата, гораздо более строгие на расправу, чем наши европейские. И, между прочим, суды шариата могут приговорить даже к смертной казни. Но, к счастью, с нашими российскими туристами пока такого не случалось. Словом, в Эмиратах лучше вести себя прилично и слыть законопослушным гражданином.
На сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите программу «Туризм», и вы узнаете много интересного о различных странах мира и наших российских курортах. Самарское бюро приглашает на курорты России. Отдых от эконом до VIP-класса. На ваш выбор. Санатории, пансионаты, мини-отели, базы отдыха. Страховка на время путешествия – подарок. Ваш отдых – наша забота. Телефон 2-699-799.